минувшую пятницу в одном из ресторанов Алматы на радость ценителям высокого искусства и поклонникам творчества Серика Буксикова прошла его итоговая выставка под названием «Искренняя любовь». Коллекция, состоящая из более чем 20 работ, была посвящена самому светлому чувству. Помимо любви, была затронута тема современных женщин, отражающаяся в любимой картине автора. Она называется «Pure Love». Она там висит, она достаточно провокационная. Вот, но по идее, как бы, там ничего такого, как бы, порнографического нет, она достаточно эстетична. Там большой город, там моя рефлексия касательно женского начала, и немножечко ощущение того сдвига, в ценностях, какие бенефиты, какие преимущества использует женщина и какие преимущества использует мужчина в данной жизни. Также Серика Буксикова вдохновляет Казахстан. Казахстанские люди, казахские мотивы. В его коллекции можно было увидеть портреты таких известных личностей, как Тимур Бекмамбетов и, кто бы мог подумать, Анджелина Джоли. А почему именно она? На это художник ответил, что актриса уже давно стала близка казахстанцам, поскольку снялась в кинокартине «Особо опасен» того же Тимура Бекмамбетова. Еще в его коллекции имеется портрет директора телеканала Хит ТВ Адиля Лиян и группы «Бионик». То есть, если бы это была классическая фотография, то было бы три фигуры, да, то есть, а здесь кусочка красоты фигуры слева, справа кусочка красоты фигуры слева. Серик Буксиков не просто художник-живописец, а профессионал, создающий что-то необычное. Благодаря новым технологиям он использует в написании своих картин такие яркие краски, как акрил, смешанную технику, технику принтов, планшетную графику. Среди первых гостей, прибывших на вечер, была известный казахстанский дизайнер Салтанат Баймухамедова. Ну, конечно, мне очень нравится картина, которую он рисовал для Казахстан Fashion Week. Там использованы аксессуары из моей последней коллекции, она моя самая любимая. Серик Буксиков уже думает о следующей выставке, которая будет включать 8 больших полотен. Но тема картин пока держится в тайне. Хотя, возможно, она будет посвящена современной архитектуре, которая так вдохновляет художника.